Некоторые интернет-издания приписывают вам следующие слова, которыми вы охарактеризовали конфликт на Украине. Спусковой крючок войны все-таки нажал я. Если бы наш отряд не перешел границу, в итоге все бы кончилось как в Харькове, как в Одессе. Было бы несколько десятков убитых, обожженных, арестованных. На этом бы и кончилось. Это мои слова, я их сказал про Ханову еще в 2014 году, да? И в принципе в них содержится правда. Я говорил то, что считаю правдой. Действительно, если бы наш отряд не пришел на Донбасс и не стал бы ядром сопротивления, ядром русской весны на Донбассе, то, скорее всего, без этого ядра русская весна была бы подавлена в зародыш. То есть сдали бы Донбасс, да, получается? Подавили бы. Именно подавили бы, потому что не хватало именно ядра, то есть людей, которые готовы действовать ну, более решительно, чем действовали даже на тот момент самые решительные донецкие активисты.